Умный собака, мой хороший. Стойко выдержанный укол, и собаке Тесси теперь не страшно бешенство. Лекарство должно защищать животное от опасной болезни в течение года. Летом тема особенно актуальна, ведь все эти городские животные вместе с хозяевами перебрались на дачи. В СНТ «Мечта» проблемы бешенства обеспокоились. Руководство написало заявку, и выездная ветслужба посетила территорию. Акцию провели вне рамок месячника по профилактике бешенства. Существует опасность того, что возможно заражение бешенства при контакте, допустим, с дикими животными. А вы сами знаете, что бешенство не лечится. У нас есть выездные бригады, которые посещают СНТ, личные подсобные хозяйства, на которых проходит вакцинация. Вакцинация против бешенства производится бесплатно, так же, как и на ветучастках. В ближайших нам пунктах работают 4 ветучастка – Орехово-Зуевский, Давыдовский, Ликино-Дулевский и Дрезненский. Бешенство – особо опасное заболевание как для домашних питомцев, так и для человека. Поэтому вакцинация животных обязательная. Прививают как собак, кошек и пушных зверей, так и крупный рогатый скот. Вакцинацию можно пройти бесплатно на любом ветеринарном участке.